Привет, меня зовут Андрей Коняев, и сегодня мы поговорим о науке. Медикам впервые удалось использовать генно-модифицированных бактериофагов, это такие организмы, которые питаются бактериями, для лечения заражения микроорганизмами, которые устойчивы к антибиотикам. Эта новость, с одной стороны, хорошая, потому что пациент выжил, с другой стороны, плохая. Значит, о чем мы говорим? У нас уже было много раз про антибиотики, и действительно, распространение антибиотиков приводит к тому, что появляется огромное количество микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. Учитывая, что еще микроорганизмы могут между собой обмениваться информацией, это называется там горизонтальный перенос генов. Вот, это приводит к тому, что как только количество устойчивых к антибиотикам микроорганизмов только растет. Возникает вопрос, что делать. Первое, это уже сейчас работы ведутся, производить новые антибиотики. Человечество с 70-х годов антибиотики не производило, потому что тогда все исследования были произведены, закончились, и антибиотиков было придумано столько, что они закончились только сейчас, спустя почти там 50 лет. Вот, 50-40 лет где-то там, вот еще 80-е годы могли захватить. Вот, теперь, что касается этого конкретного исследования, в каждом конкретном случае можно применять другие виды терапии. Вот тут заболевание было у девочки, которой сделали пересадку, и у нее началась инфекция, которая была устойчива к антибиотикам, то есть она не лечилась антибиотиками. Что сделали ученые? Они взяли специальные бактериофаги, это организмы, которые питаются бактериями, генно модифицировали их, чтобы они атаковали именно это конкретное заболевание, ввели девочке и вылечили ее. Эта новость, с одной стороны, хорошая. Но тогда что плохого в этой новости? С другой, это очень индивидуально. То есть девочке повезло. На самом деле представить, что такая терапия в ближайшие 5-10 лет будет массовой, пока еще невозможно. Потому что, во-первых, девочке повезло, что нашлись подходящие бактериофаги. Не для всех бактерий есть такие организмы, которые их едят. Вот. И, во-вторых, что их удалось оперативно, хорошо генно-модифицировать. Насколько быстро создаются генно-модифицированные продукты? Очень быстро, очень быстро. Здесь важно понимать, здесь важно угадать с тем, что ты конкретно хочешь модифицировать, да? А сам процесс производства генномодифицированных микроорганизмов сейчас очень быстро, это буквально дни. То есть все-таки не часы? Часы, но работы лаборатории. То есть обычно, если очень надо, мне кажется, можно и за день произвести. Получается, на каждый новый вирус нужны разные генно-модифицированные продукты? Они все разные. Все вирусы, все микроорганизмы разные. И поэтому для многих из них просто нет такого бактериофага. То есть вирусы сравнимы с индивидуальными отпечатками пальцев? Нет. Конечно, не в каждом организме каждый вирус разный. Просто видов сильно много. Не все они так устроены, и антибиотики, они все-таки не против вирусов, это важно, они все-таки против микроорганизмов. Вот. И вот микроорганизмы, они все разные, и далеко не у всех у них есть вот эти самые бактериофаги, которые их едят. Есть микроорганизмы, которых никто не ест. Соответственно, к ним эта терапия просто неприменима. Терапия с помощью виртуальной реальности помогла взрослым с аутизмом избавиться от страха. В частности, от страха преждевременной смерти и боязни открытых пространств. Что имеется в виду под виртуальной реальностью? Игры? Нет, конечно, речь идет про моделирование ситуации, то есть не про игры. И тут даже такая, была очень условная виртуальная реальность, даже очки не надевали. То есть это была просто комната, на стены которой проецировалось окружение. То есть это было видно, что это не очень реально. То есть если еще очки надеть, да, ты как бы понимаешь, что ты в виртуальной реальности. Но даже оказалось, что с таким схематическим подходом, то есть стены, на них спроецировано, когда человек себя преодолевает в виртуальной реальности, это ему помогает потом преодолевать себя в реальности реальной. А почему это помогло именно взрослым с аутизмом? Разве не все страдают своими определенными страхами? Просто психологические проблемы, с которыми сталкиваются люди с аутическим расстройством спектра, они довольно специальные и часто довольно серьезные. Поэтому все-таки поиск VR-терапии, то есть терапии виртуальной реальности, для них это такая важная история. Грубо говоря, психологи используют для истории с
тем, как виртуальная реальность используют для лечения, например, боязни высоты, если человек хочет от этого вылечиться, или боязни там, пауков, они уже достаточно хорошо известны. Тут как раз никаких новостей, ничего нового. А если человек, например, боится смерти, его что, хоронят в этой виртуальной реальности? Да нет, ну, боязнь смерти – это просто результат высокой тревожности человека, да? Как это устроено? Мы чего-то боимся, да, и нам нужно этот страх победить. На самом деле механизм страха так устроен, что если ты хочешь свой страх победить, с ним нужно, ну, напрямую общаться. То есть в этом случае реакция мозга со временем начинает на этот стимул меняться. Как это устроено? Для людей вот этот типа страх смерти, он вызывается тревожностью, например, связанной с открытыми помещениями. Поэтому ты берешь человека, помещаешь в виртуальную реальность, он видит, что это не настоящее, поэтому у него не пропадает ощущение безопасности. С другой стороны, он видит открытое пространство. И благодаря этому он как бы пугается, но чуть-чуть. То есть он вот чуть-чуть преодолевает свой страх. Потом это продолжается достаточно долго, а потом он уже может попробовать выйти на настоящее открытое пространство и страха не испытывать. То есть, если ты боишься змей, например, пауков, да, если, ну, у тебя какая-нибудь там не супер жестокая форма арахнофобии, да, что ты сразу начинаешь задыхаться, то идеальный вариант – это там, начать с игрушки паука или там, виртуальной реальности. Потом можно попытаться выбрать из пауков того, который тебе кажется самым милым. Вот, и с ним пытаться как-то взаимодействовать. И да, это так устроено. Потенциально можно боязнь пауков гораздо, ну, снизить таким образом. То есть полностью, конечно, навряд ли избавишься на 100%, но перестать там дико паниковать в их присутствии перестанешь. А почему это помогает только взрослым, страдающим аутизмом, а детям не помогает? Ну, потому что психика взрослых, она уже сформировавшаяся, и с ней можно работать. Все-таки с психикой детей, особенно если это дети с расстройством аутичного спектра, это, конечно, совсем другая история. Употребление сока и напитков с добавлением сахара связали с развитием рака. Традиционно известно, что напитки сладкие вредны, но вот из интересного, что оказалось, что и соки примерно так же вредны. Если мы, опять же, очень аккуратно надо говорить, если мы говорим о связи с раковыми заболеваниями. Как проводилось данное исследование? Исследование... Было уже хорошо известно, что употребление сладких напитков плохо сказывается на организме. Понятно, да, что если ты принимаешь много сахара, вероятность диабета. Было известно, что если ты принимаешь не сахар, а искусственные подсластители, то это сказывается на изменении микробиома кишечника. В общем, была куча результатов. Но вот взаимосвязи с раком, с несколькими видами рака, которые здесь рассматриваются, там рак печени, ну, не будем уточнять, вот, но их было немного. Вот, и раньше известно не было. И в данном случае было очень крутое исследование, что ученые догадались отделить соки, напитки с добавлением сахара и отдельно напитки с добавлением искусственных подсластителей. И оказалось, что вот после этого они посмотрели, как зависит статистическую взаимосвязь, и оказалось, что вот, например, на развитие рака напитки с искусственными подсластителями не влияют, а сок и сладкие газировки вот коррелируют. То есть между употреблением и между вероятностью развития рака есть взаимосвязь. Но если это уже доказано, то почему до сих пор не запретили соки с сахаром? Потому что нет прямой причинно-следственной связи. Мы не знаем, насколько употребление именно сладких напитков вызывает проблему. Мы, когда говорим про такие исследования, мы всегда говорим про корреляцию, потому что как устроена жизнь. Вот мы обнаружили, что две вещи взаимосвязаны, а после этого нам нужно объяснить механизм, как они взаимосвязаны. Потому что бывают взаимосвязаны разные вещи. Например, может оказаться, совершенно я сейчас спекулирую, конечно, но вообще, что, например, тяга к сладким напиткам коррелирует с возможностью, с потенциальной вероятностью развития рака. Например. Да, вот у человека есть тяга, ему не хватает сахара, он хочет больше сахара, и поэтому начинает пить сладкие напитки. Из важного, кстати, там есть любопытный факт, что вот обычно, когда пугают людей как раз сладкими напитками, рассказывают, сколько сахара в стакане кока-колы, на самом деле сахар, конечно, другой, потому что сладких соединений в природе очень много. Но вот если вот мы говорим про сладкие соединения, то в стакане апельсинового сока их примерно столько же.
Сколько надо выпить сока, чтобы появилась зависимость? Ну, опять же, мы не можем давать советы, потому что это одно из исследований, и эффекты предстоит уточнить, подтвердить или опровергнуть. Вот. Но та цифра, которая была в исследовании, это аккуратно, это не рекомендационная цифра, это та цифра, которую выбрали сами авторы. Это было 100 мл в день. Это та величина, на которой корреляция была обнаружена. А ты сам часто пьешь напитки с добавлением сахара? Я очень люблю Coca-Cola Zero. Мне очень как-то нравится вот этот странный химический вкус. Но она же с ненастоящим сахаром. Да, она не с настоящим сахаром. Будут ли в будущем ставить маркировки на такие напитки? Вопрос маркировки вообще продуктов – это вопрос вообще не научный, а политический. Да? Потому что вот если кто помнит, какое-то время назад, и даже это еще сейчас можно встретить в разной рекламе, людей пугали Е-добавками. Вот есть там, мол, если ты переворачиваешь этикетку, и там написано Е и какая-то циферка, то это жуть, химия и не, в общем, не натуральная вещь. А на самом деле это единый европейский реестр пищевых добавок, поэтому буква Е от слова Европа. И там есть, ну, то есть можно взять яблоко и в терминах Е переписать его содержанием. Такая картинка даже была в интернете. Да, все, что есть в яблоке, оно в этом списке тоже есть. Поэтому, ну, а как бы вот у тебя есть такая история, такая страшилка, это вопрос вообще не про науку.